Скажи, что бы ты выбрала? Месячный раз в месяц, либо каждый день бриться? Ну, знаете, лучше бриться. Почему? Думаете, лучше раз в месяц корчиться? Месячный раз в месяц, либо бриться каждый день? Бриться каждый день. Почему не месячный? Это не так больно. Каждый день бриться. Да, бриться. Почему? Ну, потому что, я не знаю, как месячно фигово. Ну, говорят девчонки, типа, лучше брились бы каждый день. Я мужик. Месячный раз в месяц, либо бриться каждый день. Бриться каждый день. Бриться каждый день. Почему не месячный? Лучше бриться каждый день. Ну, ты же не знаешь, что такое месячные. Как это лучше? Я не имею представления. Это не лучше. Месячные. Почему не бриться? Лень, да? Потому что это каждый день надо делать. Парни как бы бриться все время, нам месячные достались, нам повезло. Месячные раз в месяц, либо каждый день бриться? Каждый день. Месячные. А, ну да. Каждый день месячные выбрал бы. Ну да. Каждый день месячные? А, не, лучше раз в месяц. То есть ты выбрал бы месячные все-таки, да? Ну да. Почему не бриться? Не любишь бриться, да? Ну, лентяй. Да нет, то, что это... Денег, наверное, много уходит. Месячный раз в месяц, либо бриться каждый день? Бриться каждый день. Почему не месячные? Потому что нужно быть побритым постоянно. А месячные пусть на второй план, да? Да. А как вы будете, вот представьте такую ситуацию, что вы забеременели, и как вы поймете? Задержки-то нету. Может, грудь набухнуть, там, может, еще что-то, я не знаю. Живот расти будет. Месячный раз в месяц, либо бриться каждый день? Бриться каждый день. Почему не месячный? Не знаю, так было удобней. Раз в месяц пережил и все, а тут каждый день надо станки тупить. Не, лучше бриться каждый день. Месячный раз в месяц, либо бриться каждый день? Первый вариант. Почему? Привыкли. Месячный раз в месяц, либо бриться каждый день? Бриться каждый день. Месячный раз в месяц, либо бриться каждый день. Какой-то вопрос странный. Ну, что бы вы выбрали? Бриться каждый день. Почему не месячные? Не знаю, не люблю просто их, поэтому первое, что... Бриться это же каждый день надо. Ну, лучше я буду бриться каждый день. Месячный раз в месяц, либо бриться каждый день. Бриться каждый день. С утра искупался и побрился. То есть месячные не хочешь? Ты знаешь, что это такое? Конечно. Что это? Критические дни у девушек. Месячный раз в месяц, либо бриться каждый день? Бриться каждый день. Я бы выбрала месячный раз в месяц. Почему? Потому что это здоровье. Да ты чё, можно не бриться, бороду отрастить, нормально. Я не хочу разговаривать про это. Месячные, конечно. А вы? Так же. Почему? Потому что это физиологический процесс, и без него никак. Месячный раз в месяц, либо бриться каждый день? Месячный раз в месяц. А вы? Так же. Почему? Уже привычно. Поддерживаю. Почему не бриться? Вот, ну, месячные все-таки это... Ну, это же каждый день. Ну и что? Ну, вот неудобно каждый день. Ну, а месячные прям удобно. Очень. Мы уже привыкли. Мы уже привыкли. На прокладки тратиться не надо, да? Ну, а с другой стороны, станки покупать тоже. Месячный раз в месяц, либо бриться каждый день? Месячный раз в месяц. Почему не бриться? Потому что устаешь просто от... Лень, да? Конечно. Что бы ты выбрала? Месячный раз в месяц, либо бриться каждый день? Блин. Сложный вопрос, да? Сейчас мне надо подумать. Месячный. Месячный раз в месяц, либо бриться каждый день. Бриться каждый день однозначно. Да, то же самое. Почему? Потому что мужчинам живется легче однозначно. Да, я согласна, да. Как вы думаете, что бы вы выбрала? Кончита Вурст, знаменитая певица, которая на Евровидении выиграла. Конечно, месячный выбрала, однозначно. Однозначно. Однозначно месячный. По ней видно по лицу. Да. Точно. По ней сразу видно все. То есть вы думаете, там ничего нету, да, в штанах? Нет, это по ней видно. Как, по лицу видно? По лицу видно, что нет ничего нет. Если был бы, она бы так себя не вела бы и не одевалась бы так, и вообще борду бы не носила. То есть вы уже определили, что это она, а не он? Да. Оно. 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 Ключевое слово оно. Бриться каждый день, либо месячный раз в месяц. Муж у меня есть, в принципе, мне не нужен. Денег хочу, квартиру. Путешествия на Мальдивах, больше ничего не надо. И месячные не надо, да? Ну как бы, пусть идут.
месячные раз в месяц, либо каждый день бриться? Лучше месячные. Месячные раз в месяц, либо каждый день бриться? Каждый день бриться. Почему не месячные? Ты же не знаешь, что это такое. Кто сказал? Ты знаешь, что это такое? Были? Нет. Ну а почему все-таки бриться? Ну, месячный раз в месяц прошли, там, и все, и не мучаешься, не бреешься. Ну, во-первых, я мужик, поэтому. Что бы вы выбрали, месячный раз в месяц, либо каждый день бриться? Это то, что это и другое получается. Я бы месячный точно не выбирала. А бриться каждый день? Лицо, да? Нет, ну вы же лицо не бреете или бреете? Нет, 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 не бреем. Что бы вы выбрали, месячный раз в месяц, либо каждый день бриться? Да, вот это вопрос. Я останусь при себе, так как у меня есть от природы. Но все-таки почему выбрали бы месячные? Не знаю, потому что я девочка, я к ним привыкла, наверное. А без них же проще все-таки. Почему? Думаете, нет? Ну а почему проще? Ну все-таки нету и нету, а так вот каждый месяц ждешь, сидишь. Ну, вы знаете, проще или не проще? А если их нет, там, допустим, там один раз бах, нету, там задержка, там все, сидишь, волнуешься. Ну нифига. Не, не волнуйтесь. Нет, подожди, если ты знаешь, из-за чего тебе есть волноваться, значит ты волнуешься, если нет, значит нет.